Расследование криминальной справы 30-годовой давнины завершили правоохранники у Гомеля. Размова идет про забойство таксиста, которое отбылось в 1984 году. В следующем комитете поведомили некоторые подробности этой справы. Инцидент отбылся у ночь с 26 на 27 лютого на улице Ильича у Гомеля. Двое мужчин попросили работника такси их подвезти. Але у дороги пассажиры напали на водителя. Меркуется, что план был распрацаван загодя. Зломысники натиснули таксисту на шею и сбили некими тупыми предметами и шилом. После того, как машина спынилась, шофера вытягнули из салона и протягнули сбивать. А после покинули помирать. От отриманных травм мужчина загинул. С салона «Волги» забойцы забрали выручку, портмоне, наручные годинники и ключ от квартиры. Раскрыть это преступление по горячим следам не удалось. Однако следственно-оперативная группа, которая выбывала на место происшествия, зафиксировала и изъяла следы ладони неустановленного лица. И спустя более 30 лет оперативным сотрудникам УВД Гомельского облсполкома из экспертного учреждения поступила информация о совпадении следов с места происшествия с отпечатками ладоней мужчины, арестованного за грабеж. Расследование криминальной справы обновили, были еще раз допытаны сведки и проведены экспертизы. Следство пришло до высновы об дочинении до забойства жыхара Речицкого района. Криминальная справа вывучена прокурором и накирована для разгляду у суд.